какой самый оптимальный материал для таких ручек. Давайте разбираться. Фундаментом под твердый материал сегодня будет раббер-база. Для укрепления свободного края я выбрала полиэль, так как с ним можно работать сразу на нескольких пальчиках. Именно этот среднезернистый полиэль не будет затекать в боковые пазухи, даже если ваша работа с ним будет выполняться долго. Для мизинца выбрала технику наращивания на шаблоны. Это четко и быстро. Пилкой придала форму ногтевой пластине. С помощью кэнди-базы выполнила выравнивание архитектуры. И вот теперь мы можем приступить к выполнению дизайна. И для дизайна нам понадобится база для растекания гель-лаков. Гель-лаки по этой базе растекаются в очень плавную мягкую дымку. Для рисования использую кисточку символосков. Она дает возможность переносить материал максимально тонко на ногтевую пластину. Гель-краской придаем четкости нашему дизайну, тем самым оживляя наши цветочки. И гель-краску ничем не перекрываем. Не забудьте поделиться этим рилс у себя в сторис. Также не забудь подписаться и поставить лайк. Здесь очень много интересного.